Из душного города на Черное море за 2 с небольшим часа. Теперь это реально. В субботу состоялся первый вылет самолета из аэропорта Иваново-Южный в Анапу. Первыми на отдых на самолете отправились 50 ивановцев. Многие уверены, этот рейс действительно был нужен. Однозначно. Чем через Москву и на поезде с детьми, однозначно удобно. 2,5 часа мы на море. Это быстро, удобно и комфортно. А сейчас на поезде в такую жару. Поездом дорога на русский юг занимает порядка 2 дней. Самолетом же до Анапы можно добраться за 2 часа 20 минут. Наверное, поэтому половина билетов была раскуплена в первый же день продажи. К тому же, чем ближе ко дню вылета, тем дороже обойдется путешествие. Заблаговременно приобрести билет можно за 3000 рублей. В день вылета он стоит порядка 9 тысяч. Билеты продаются хорошо. Маршрут, конечно, востребован, так как жители Ивановского региона давно, значит, просили о том, чтобы открыть рейс из аэропорта Иваново. Ну вот, пожелание их правительство Ивановской области выполнило. Вот сегодня вы видите, что, значит, первый рейс выполняется на Анапу с полной загрузкой. На время курортного сезона рейсы на юг станут регулярными вплоть до конца сентября. Вылет из Иваново будет производиться каждую субботу в 15 часов 10 минут. Из Анапы в город невест самолет вылетает также каждую субботу в 12 часов дня. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.